смотри, что. Вообще не понятно. Носу, ну показывай, давай быстрей. Всем доброе утро. Мы уже проснулись, практически собрались. У меня тут такой приятный сюрприз на губе выскочил. Прям обалденно. У меня никогда не вылазила вот эта фигня. Но, видимо, вчерашний ветер мне помог. Капец. Бежит, бежит. Майку переодень. С утра красилась, вся в краске вышла. Вот вся, не как-нибудь. Да-да. Всем привет. Привет. Иди, переодевайся. Мы собираемся уже к родителям. Ника тут уже вся истопалась, испрыгалась. Вот Аленушка. Кто давно ее не видел, кто соскучился. Вот она красивая наша. Ника вся уже истопалась. И спрыгалась. А это я сушилку сюда перевернула. Вечером придем, приберем, потому что Алена искала себе носочки. Что ты стонешь? В общем, собираемся. Сейчас поедем к родителям. Надо звонить, чтобы нас забрали. И заехать на Озон, забрать свое средство. Я купила все средства для плесени. От плесени. Неправильно говорю. Короче, можно и пластик. Ну, я потом, когда придет, и я покажу, что я такое заказал. Так намного лучше. Все, свитер еще и заплетаться надо. Что-нибудь положим. Там Саша будет кататься. А здесь я что-нибудь поснимаю пока что. Вау. Не знаю. Дубовый веник для чего-то, наверное. Ой, ты, господи. Тималиська, Тималиська. А что им делать? Самое время крепкая рассада. Я говорю, самое время крепкая рассада. Мне такую покупала для этого. Для чего? А, для комнаты. Я вот завтрак идеально на ней готовлю. Блин, я бы вот такую взяла. Ух, ёпты, нет, не взяла бы. Потрогай, Маша. Потрогай. Вообще не понятно. Сковороду взял и не поднял. Чугунная. Только она чугунная, ее вообще не поднять. Ну ладно, чугунная. Ну, думаю, сейчас. Вернула светофор, взяла девчонкам вот такие штучки. Вот так она выглядит. 173 рубля стоит, держи. Или 175. Так, подожди, Варвара. Так, эй. Варвара уже открыла. Там коробка, какие-то вот такие яички. Это, скорее всего, печенье с кремом. Жвачка какие-то. С татуировкой. Бабл-бам. Еще как вот такие он? Две жвачки. Так, какие-то вот такие конфетки. Вот еще третий. Такой чупа-чупсик. Третий чупа-чупсик. И вот эти конфетки вот такие. Конфетки в шоколаде. Это, скорее всего, эти... Шарики такие. Шарики, либо мармелад. Арахис, мармелад. И вот такой киндер. Сейчас мы будем его вместе с вами открывать. Давай, открывай. Вместе с нами. Сложно. Ну давай, ты сможешь. А там подарок в нем есть в таком киндере? Да, не всегда. А не в каждом киндере. Да, просто он не такой. А с какой стороны подарок? Опа, что там? Я вижу, заяц какой-то. Я не понимаю, что за заяц. Ну, это что делать с этим зайцем? Не знаю. Наклейку, что ли? Что, реально, что ли, наклейка? Ну, не отрывай, да, это наклейку. Оно прикольненькое, мягенькое. Ну, сфокусируйся. А с другой стороны у нас... Короче, выпуклая. Не знаю. Выпуклая наклейка. Это, наверное, шоколадки, блин, не фокусируется. Фишка. Это печенье с кремом. А, это печенье, думал, это орешки. Да? Что может быть в киндере. Да?
А я думала почему-то, что эта паста вкусная. Она вкусная. Да, ну вот эти вроде китсы вкусные были. Hello Kitty. Hello Kitty. Так, сейчас посмотрим, что у Алены. Тоже наклейка. Ну, давай, тоже сейчас мы что, Варя, открой ей. Ты сильнее, оказывается. Я из карты писала 204 рубля, и там 204. Где? Где 204? Ну, 205. Подожди, подожди, мы доснимаем. Да, мы снимаем. Ты тоже такая штучка? А, тоже. Ну ладно, это наклейки какие-то выпуклые, ну, знаете как? Они нажимаются. Да, они вот так нажимные. У меня зимняя какая-то. Остановись. Зимняя. На, тебе. Носу, ну показывай, давай быстрее. Психовала, ну сокровище пошла. Построила Варя домик, а ты нашла что? Или ты сама? Или он недостроенный? А что он не целый? А он что, целиком не собирается? Он что, целиком не собирается? Потому что половины деталей нет. Короче, тут дом должен быть. А там, а, там еще и даже лавочки есть. Какие лавочки? Это вот кроватка, вот. Это стол, я думала, это лавка. Это стол и вот такая вот штука, шкаф. И там, туда же дверь есть. Давай сейчас снимем супер красивое видео. Хотя я скажу, что это делать. Включай, пока. В баню сейчас пойдем. Пока, выключи камеру. Мы вернулись домой. Сейчас покажу, что мы купили в... Куда мы ездили? В светофоре. Забыла. Я показала, что девчонкам купила, а вообще не показала, что купила. Сейчас быстренько покажу. Поставлю водичку греть. Хочу сварить вареников. И гренки буду варить делать. Она же вареники не ест. Смотри, там что-то опять. Так что сейчас быстренько покажу. Блин, ставить некуда. Я до сих пор сюда подставку не вернула. И полотенечко мое любимое закончилось. Так что будете стоять здесь. О, идеально сейчас эту штуку. Лицо уберу. Смотрите, как я волосы посушила. Это я феном посушила. Они у меня получаются вот такие волнистые. Не такие, как я пуделек. Но так вот тоже, в принципе, мне нравится. Так. Взяла попробовать вот такие йогурты. Какие-то, не знаю, Эко Милк. Это Варварка будет у нас пробовать их. Я взяла с малиной и яблоко карамель. Мне кажется, должны быть очень вкусные. Так, в принципе, зачем я ездила? Это сковорода. У меня такая уже была. Вот она моя. Сейчас покажу мою. Но она, к сожалению, не такая. Она, видите, черная становится дно. Мне кажется, она сгорает. И вот так вот она вся уже. Ей год в сковороде. Но к ней ничего не липнет, конечно, еще до сих пор. Она в прекрасном таком состоянии, что к ней ничего не липнет. Но так как я снимаю всякие видюхи, я вот решила, что нам нужна новая сковородка, чтобы снимать нормально видео и не было никаких, ну, знаете, на грязной сковородке тоже. Не на грязной, а на такой загоревшей не хочется снимать. Так, у нас мусора. Сейчас не вынесу. Потом я взяла «Люблю манго» сушеное. Там она, в принципе, по нормальной цене. Просто мы берем, где не русские торгуют, там больше 500 рублей будет. Та же самая пачка в полкилограмма, а там стоит что-то 370 с чем-то. Ну и вот я решила взять. Потом взяла Алене, она уже выпила с карамелью, я взяла ванильное, она любит вот такие йогурты. Я, кстати, сама их даже ни разу не пробовала. Ну и все, и тут остатки от вот этих штучек, которые мы вскрывали. Алена отказалась. В итоге можно было один покупать. Я, видите, не люблю покупать одному, а второму не брать. А, и это еще Орео. Это они покупали в коробке. Там высыпали. Не люблю так, что одному купил, второму не купил. Вот это вот начинается. А, поэтому вот так. Сейчас будем варить вареники с вишней. Мои любимые. Стали вообще. Вот я показывала уже эту упаковку 100 раз. Они обалденные. Но единственное, у них тесто такое, что его нужно прям подольше варить. Берем водичку. И будем смотреть экстрасенсов, как мы обычно это делаем. Варюха не ест вареник, ей буду жарить гренки. Так что сейчас поставлю, пока гренки жарятся. Закипит водичка и будут вареники. Вареники вот такие, не знаю, что за фирма. Блин, воды много налила.
хомутовские традиции какие-то. Не знаю. Ну, очень вкусный. Там прям вишня такая сочненькая, вкусненькая. И не то, что там остатки от вишни, знаете, а прям такая хорошая. Так, все, будем готовить. Я же вам не показала самое главное. Интересную штуку такую купила. Сеструха сказала, ну, просто у сестры такая же, она говорит, ну, прикольно, удобно. Не знаю. Не сомневаюсь, конечно, вот в этих штучках резиновых. Главное, чтобы они не, нет, вроде не морать. В общем, вешалка. И вот такая. Сейчас мы ее с вами соберем. Вешаем ее сюда. Тут вот такие вот вешалочки. Для всяких футболочек можно использовать. Вот так вешалка. Допустим, вот такая. Вот она, да? И начинаем собирать. Блин, не хватает у меня рук. И теперь она вот так вот. Так. Достаточно все сделано хорошо. Никаких ни острых там штучек, ничего нету. Ручек у мамы не хватает. Ох-ох-ох-ох. Ручек у меня не хватает. Ну, в общем, сейчас быстренько покажу. Все, я собрала. И вот такая вот она получается. Ну, для футболок друг за дружкой очень удобно. В то же время можно весить, допустим, чередовать. Одна вот с той стороны, одна с этой. Ну и не обязательно, конечно, все пять. Пять штук идет, их пять вешалочек. Вот эта штука прорезиненная. Ну, в принципе, очень даже добротно сделано. Сестра видела, говорит, на Валберес стоит 500 рублей, и в Светофоре 200 рублей стоит. Ну, я решила взять. Думаю, для футболок вот так хранить, мне кажется, очень бы даже удобненько было. Я бы свои топики бы так бы все свесила. Было бы классненько. Вот такая красота. Садимся с девчатками кушать. У нас всякие сладости. Тут вообще завал какой-то. И хотела показать вам, как выглядит вишня. Прям, посмотрите, там прям целые. Видно, нет? Сейчас выкину специально. О, выпали. Там прям целые вишенки. Они такие сочненькие. Там сока столько в них. В общем, будем кушать. Алена отказалась в итоге от вареника. Говорит, буду есть гренки. Так что всем приятного аппетита. Разбираем носки. Тут всякую эту вещи постирала. Не показывай. Короче, были вареные перчатки. Я их постирала. Сейчас покажу. В стиральной машинке. Просто размер. Вот, смотрите. А я растянула каким-то образом. Ты кого тебе даже до пальцев не достает, меж пальцами не достает. Просто вот так усенькая стала. Была обычного размера. Да настолько она села. Ты положи так на свою руку. Она даже на Сашку взять. А я просто мали пусечки, а мне еще Аленка спрашивала, что так, это, говорит, чье? Она вообще там даже близко. Я говорю, ну, Сашулька не налезут, наверное. Капец, вот это постирались. Смотрим экстрасенсов, уже сидим вовсю и перебираем носочки. Самая нелюбимая работа, это собирать носки в кучку. Все, мы досмотрели экстрасенсов. О, господи, чуть в локоть мне не ударилось. Алена. Алена. Ну, перестань. Тебе знаешь, как громко слышно? Сегодня в испытании был. А красавчик Константин? Что такое? Так что, посмотрите. Кто любитель экстрасенсов, как и мы. Так, а что? Я еще в комнате сидела. А ты всегда там сидишь. Мы смотрим с Аленой все время. А Варюха у себя что-то смотрит. TikTok. Когда-нибудь она дорастет и будет смотреть с нами. Ай. Так что всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Кстати, смотрите, как я волосы расчесала. Русалка, русалка. Это самая длинноволосая. Какая русалка? Длинноволосая девочка в нашем доме. Смотрите, вот кажется, типа, короткие волосы. Если вот так сделать, то они длинные. Они не кажутся короткими, они у тебя до самого пояса. Как они могут казаться короткими? Ну, а так они намного длиннее. Если их помыть, они будут очень длинные, кстати. Вот. Как... Я уже Рапунцель, блин. Ты же их помыла. Нет, в смысле, когда просто они мокрые еще. Просто они кудрявятся. Да, я помню, у меня были вот такие волосы, и мне... они были мне вот так по плечам. Как у Аленки сейчас. Угу. Только чуть-чуть длиннее. Угу. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.